И снова здравствуйте, друзья, с вами Лилакс и Док, и мы продолжаем выживание на PvE-сервере, и сейчас у нас абсолютно спонтанно начинается охота на альфа-раптора. Раптор же там, да? Ну да, его только не видно сейчас уже. Он вон там за камнем. Он, наверное, утонул. Ага. А, вон он. Вон далеко-далеко. О, есть куда-нибудь. Не факт, что он сагрится. От не факт, это много жирки. Говнюк какой. Попадаешь по нему? Да. Ну ему он как-то пофиг. Он там за кенгуру носится. Ага. Он там 90-й, что ли? Это чё, Капразух, что ли, внизу тут? Где, не видно. А. Нет, это этот с гребнем хреновина. Забыл, как он называется. А, это-то. Мешок подводный вообще. Да-да-да. Не, этот, по-моему, температуру поддерживает, а не мешок. Мешок а, живой. Ну может быть. Который кислородный, ты имеешь в виду? Да-да-да. Не-не, это другой. Че, надо будет потом еще мост установить? Да. О, что-то это. Кто здесь такой у нас? А. А, это, да, это Гибернуру поддерживает. Димитродон или еще кто он там? Да, 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 что-то такое. Кто-то у нас там еще вместе с ним плавает, только непонятно кто. Ну ладно, давай альфу. Жаль, не как в Атласе. Стреляешь, опыт дают. Ну да. Это, конечно, там было гораздо интереснее. Не, он кусает тупо тушу и все. Да не, он пока там парацер сейчас всех перебьет. Это да. Не, ну и ты, кстати, может и не будет бить. Ну вон он сейчас с парацелью там сражается. А, ну да, топает. Ну, может они его завалят, кстати. Это плохо. Охота не удалась. А, лезть туда, блин, чё, у нас тут это, отвесная скала везде. Вот здесь эту можно поставить. Теплицы. Да, можно. Да, здесь теплицу, наверное, поставим. Там на задах, вон там я уже вот типа курятника оградил. Ну, какие-нибудь мелкие там жуков посадим. Курятник. Ага, ну. А вот, а здесь, да, здесь давай теплицу забабахаем. Такая вот хибара, ребята, получается. У нас. Здесь вот, да, не, здесь стол поставлю, стулья, короче, здесь можно это, на природу любоваться. Чё там он, не отогрелся? Не, так, надо трубу сделать. Так, ладно, я пока продолжу. Там трубы, там трубы есть. В этой... А, это подзорная машина. Ладно. Так, я продолжу пока что строительство. Еще все зависает нахуй. Пассажир еще один. Глаз тебе. Зараза. Ёперные безбилетники, блядь. Сука, бесит меня эти тротилы уже. Надо будет пиролин механический поставить. Да, кстати.
Сейчас этот сломает стенку. Да, я вижу. Ладно, он уже красный, давай добьем его уже. Скотина. Вот тебе охота на раптора. В глаз, собака. Кто-то срос ебал, еще сидеть надо. Да сдохнет уже. Тварюга. А? 89 хп осталось. У стеночки? Ага. Да. Нормально. Через 2 минуты надо починить. На, его это мясо. Ну. Да, только у меня нет топора. Я ж ТП-шнул. Да, точно. Так, а вот и раптор. Че, я стреляю? Залезай. Где? А, вижу, вижу, вижу. Ну, у меня 84 стрелы, ну давай. Бежит. Бежит. Блядь. Если че, пойдем поведу, как на Титанике. Где? Не бьет? Где-то подо мной. Да, вон там. Да. Ох, блять, куда он залез. Он пока не залез, он там забаговался под ней. К этой стороне подойти, чтобы он сюда вот. Сейчас прикинь, еще внутрь плота зайдет. Ой, бля, смотри, какие удары. 352 сразу. Херачит. Что это с ним такое? Хотелось бы, конечно, попадать ему по башке. Да. Значит, одному надо рулить. Я, мне кажется, то сейчас он будет там с нами, да. Ладно, только это. А, у меня так фризит, капец. Как стрелять? А чё меня так это шатает-то? Давай, давай, двигай, двигай. Ну, 285 отлично. Еще будет так, раз 50 упад. И у меня все зависло. А, да, нормально так. Давай дальше. Только подальше от моста, ну его нафиг. Вот там за ним Капразук еще. Тогда не останавливайся. Я понял. Стой. Ладно, бьем Капразуха. Тебя скинул, да? Нет, нет. Попытка, не пытка. О, альфа. Тогда переключаюсь на альфа. Фиг с этим потолком. Ой, блядь, Брионик, сука, заспавнился. Я тебе говорю, давай хватит к большой воде. Не к мосту, подальше от моста. Я понял, понял, сейчас пойдем, сейчас. Сейчас я развернусь, сейчас. А, еще Брионик, сука. Блядь, Брионик за нами. Их два.
Ладно. Там крокодил на месте. 60. Где мы парковались. Он быстро плавает, сука. Быстрее, чем эти. Его надо завалить. Ты Бероникс? Да. Окей. Ну потому что он быстрее плавает и дамажит. Ну у них вроде здоровья меньше, кстати, Бероникс. Чем вас? Ну да. В башню бей, в башню. Отлично. Давай еще выстрел. Я знаю. Альфач за нами еще плывет, смотри. Барионикса не вижу. Где-то поднырнул, что ли. Так что давай, на ключа надо переключиться и подальше, чувак. Давай, да, мы его сейчас уведем отсюда. Попробуем. Только не задави альфача сейчас. Иначе он внутри окажется. Блять. Ох, блять, это что было сейчас? А, это Барионик свернулся сзади. Не пиздай мы сейчас. Погоня, блять. Давай, вали его. Есть. О, может альфа сейчас переключится на него, как думаешь? Нет, давай га. Да не, нормально, нормально, идем. На мельце? Что так не делает? Рапторы не созданы, чтобы плавать. Так поэтому он идет. А не плывет. Я бы тут бутербродик кушаю. Ну приятного. Блин, ну сколько здоровья-то у этого? Чё стали, чё стали, блин? Стоп. Уходим. Скинь пока стрелы в верстак. Он на кого-то переключился. Да блядь, чё за... Откаты вот эти, блядь. Угу. Он возвращается к газу. Ай. Немного можно притормаживать. Я знаю. Я сейчас. Сейчас все. Автоматизируем процесс. Такая голова ёжик. Он уходит. Линия краснеет, да. Да? Сука, бесстыжий, капец. О, смотри, бионический раптор впереди.
Ага, на нас обычный идет. И давай к тому возвращай. Он сам. Сейчас я этого закрою. Так, стоп, тормози. Блять, этот загрелся. Давай газу. Пофиг на маленький. Ой, и бионический тоже. Круто. С бионического, по-моему, электроника падает, нет? Не знаю, не уверен. Надо проверить. Закончишь. Давай, давай, давай. Блять, куда он сдох? Ты ему в голову попадаешь? Да, по 280. Судя по стрелам, да. Ну, нормальный дамаг такой. Как бы таких выстрелов-то уже много, сколько он? 1060 дробь. Наверное, я не знаю, честно. Паш, возьми лупу, подойди, проверь. Да-да. А, кстати, надо будет сделать. А, идет к нам. Газу. Пока ты валишь, я расскажу, что у нас есть небольшая проблема. То, что там заспаунились снова хищники, и плот поставить будет негде. Вернуться к дому. Ну да. О, заебись. Заебись. Давай, а что, убило? Надо его залутать. 13 уровней дали. А мне ничего не дали, прикинь? Тебе ничего не дали? Почему ты же убил? Вообще ничего. Да? А где он, ты мне скажи. Стоп. Может, мне надо из-за штурвала выйти, чтобы мне чем-нибудь дали. Так, я... Ну-ка. Ничего не происходит, прикинь. Да, подстава. Где он? Блин, надо топово выйти. Темно. Есть факел? Не. Блять, а где вход-то? Просто там всякая фигня же в нем лежит. Да, в нем всякая фигня лежит. Это, конечно, странно, почему тебе ничего не дали, потому что, ну, блин, стоит же. Может быть, давно, потому что я первый выстрел делал хер. Может быть. Давай чуть-чуть вперед. А, сейчас погоди. Только хотел бутерброд укусить. Так. Вперед. Так, еще. Где мы его убили-то? Будет печально, если. Стой, стой, стой. Стой. Если его труп ушел на самое дно. Так, во, нашел. Ебать он нафиговый. Вон, давай ко мне подплывай, то мало ли здесь какая-нибудь пакость будет. Типа мне голодон. Блин, я его только что видел. Где он? Вот, стоп. Синие кожаные штаны, два синих арбалета, зеленые кожаные штаны. Живем. Ну хоть арбалета два. Да-да, кстати. Не, ну здесь хорошие есть стороны. Считай, у меня сейчас 49 уровень. И я могу изучить синдром на птеродактиля. О, прекрасно.
Где оно, кстати? А еще теплица, но она дорогая. И что-то мне не за неохота еще. О, электрогенератор. Пока, пока не надо. Теплицу. Станок, электроник, полимер. Электричество в каждый дом. А, ну и эту. Песчаную броню. Ага, это дам. Это надо. Два жемчуг, раптора он бежит. Еще надо. Еще один раптор? Два. Но не альфа, походу, обычно. Блин, а кожу-то с него не взяли? Ты ничего с него не взял вообще, да? Я только эти взял с него, не арбалеты. Сейчас, штаны. Сейчас найдем его? Да, фиг с ним тогда уже. Сейчас мы его не найдем, темно. Я его еле там нашел, а сейчас-то тем более. Можно насобирать еще стрел и на винтовочку, и убить того, который соточку. На островке, который бегает? Да. Можно. Надо просто высадиться где-то, потому что надо кремний насобирать. Вон тормозит. Так, а что нам надо это? Да? Надо солому насобирать и эти. Скажи, я скажу. Кремний. Кремний для стрелы, все. Лучше здесь. Да, лучше здесь тормозим, все. Сейчас синих арбалетов быстрым завалим. Угу. Вот такая вот охота, ребята. Я за рулем. Самое ответственное дело, так сказать, и нихера не получил. Кроме арбалета. Нормально. Еще штаны. Штаны и сапоги. Штаны еще. Не, мне надо это. Пустынную. Хочу пустынную броню. Оттолковать. А самое, самое основное, это то, что сейчас у нас есть летуны. Что есть у нас? Птеродактиль, я сейчас сырлов не взял. А, да-да-да. Это я смогу уже шелка добыть, броньку сделать. Именно. И можно пытаться будет этот спереть. Что спереть? А, яйцо, да. Да, кстати. Mm-hmm. Без молода, конечно, но бесполезно. Вон я какой накачанный бородатый мужик. В синих штанах и зеленых ботинках. Что тут у меня арбалет? 136%, нормально. А у тебя какой? Синий тоже. На процентов не видел сколько? А, мне плыть надо. 140. Я опять за штурвал, да? Ну. Раз уж у меня уже 49. То так можно качнуть нормально так. И тогда у нас все будет. Ну да. Так. На островке, да, ты говорил? Да. Это что там за база такая? А, это мост такой. Не, не на этом, дальше. Я понял, видишь, где мы причаливали справа, там крокодила. Аж две штуки. Или это барионик с крокодилом? Развалим пока, как-нибудь потом.
Надо причал делать срочно, а то здесь. Да-да. Ну вот, сейчас мы докачаемся, я лифт построю, и все будет четко. Ты у меня где-то над водой. А, вон не надо, нормально. Не, четко, все нормально. Стоп. Давай дальше. Вижу его. Вон там он. Предлагаю остров обогнуть. Он верблюда убивает. Масахо, как он там? Масахопс, то он там. А, нет, не помню. Морелатопс. Вот, да. А вон еще этот, один крокодил. Где? Там же на острове, видишь? А я не понял, а мост что застроен? Ой, бля. Нет. Какая-то фигня меня упустила. А, мух. Ой, брюник слева, бля. Преследуют нас или нет? Нет, никого не вижу. Не-не-не, отлично, не согрелся. Хорошо. Так, стой. Надо по раптору попасть. Так, он с другой стороны острова, давай. Впереди. Не-не-не, вот да, вот так. Левее. А, вон этот мешок плавает, про который ты говорил сзади. Ага. А, вот и спереди. Так, давай, отходи, отходи. Сейчас они там тебя завалят. Стой. Стой. Как думаешь, стоит подождать, пока он его доест? Ну да, он не согрет все равно. А он наш дом, рядом все равно. Блин. Ты сейчас по кому попал? Газу. Скопрозух. Отлично, вообще мне нравится. Еще один выстрел буква. Блин. Я думал, он тебя сейчас... Давай. Ну, ладно. Так, надо назад. Там последний кенгуру остался. И два этих гопника. Его пираньи сожрали, походу. Ага. Стой. Разворачивайся. Помочь им, что ли, это отпугнуть? Вот, да, соел уже. Да, блядь, он туда убежал. Ну, тогда туда. Потому что... Не, я могу, конечно, сбегать, но мне кажется, не... Ты из винтовки не достанешь? Патрон больше нет. Нет патрон больше? Ага. Жалко. Вон они, стоит. Так, этих же они трогать не будут. Не должны. Надо как-то спровоцировать. Они мелкие. Ой, там еще один капразух. Нет. Ладно, не суть. Впереди, прям перед нами. Сейчас сагрится на нас, походу. Поплыл вперед. Ну, 25-й. Надо обойти, наверное, остров. Да я как обхожу, он убегает на другую сторону. Погоди. Терпение. А, точно, мы же охотники. Да. Вот раптор, его компаньон. Видишь, здесь рядышком. И тот сейчас прибежит, вон он. А?
Не, не он. Ты остановись, ты, блин. Ну что они ходят? Так, мне кажется, он все-таки там залез. Да, я его вижу, он на том берегу. Сейчас мы его сагрим быстренько. Можно на ходу прям сейчас. А шелкобряды, они же это, пассивным? Ну да, он будет сваливать шелк. Немножко. Не, из них прям добываешь. Нет, а они сами-то производят его? Не знаю, не видел. Надо узнать будет. Баранина так, же стой, не стой, барана стой, же не производит баранина. Тормози. Нет. Баранина производит. Бей его, бей! Капразуха, он нападает уже. Давай быстрее. Сука. Сейчас убьем его. Я такой предыдущий. Стой. Полете четко. Так, все, он близко, вот это, давай. Бля. Да, это не атлас. Нас бы, наверное, уже убили раз 50. Так. Ну я там охотился на дракона. Как он называется? Стой. Гидра. Стой. И ты тоже стой. Стой. А куда ты? Да давай, стой. Бей его. Есть. Да есть. И чё? Быстрый. На дракона охотился? Ну гидра, которая трёхглавая. А, и чё? Ничего, нормально убили. Большой компании, правда. Ну, тут сам понимаешь, здесь не гидро, здесь эльпач. Этот джойш. Ну да. Ну там смысл такой же был, то есть ты идешь на шхуне вот так вот, сзади ставишь баллисты и стреляешь. Ну, понятно. Но главное попадать в голову желательно. И много... Они у нее отрастали? Не-не-не. Давай двигай. По-моему, я не помню сейчас. Он сейчас на рамку встанет. Это... Не, ну мне нравится этот арбалет. 390 сносит. В бошку. Потом там же мы охотились на Дрейка. Ну, летающий дракон такой. Ага. Тоже прикольно, он жарит так нормально. Чё, так же? Сзади баллисты? Нет, там а. По-другому, там на берег. Ой. Все вылазили, и... Я понял, сейчас. Давай, гони. Ой, я думал, он сейчас в этом, вот он застрял. Я тоже думал. Странно, кстати, почему не убили, потому что Дина же убиваешь, групповой опыт же идет, и это тоже как бы динозавр. Ну должен быть, я может быть потому что за штурвалом, хер его знает. Ну фиг знает. Ну когда будет красный, я могу выйти шмальнуть него разочек, а потом ну, ты да. Его опять добьешь. Ну, может быть, просто из-за времени, действительно. Да, кстати, может. Ну, нормально так краснеет, слушай. Да, скоро может быть. Этот быстрее. Я думаю, что... Сарбалетов чем... хорошо. Вот сейчас, наверное. Думаю, вот сейчас вот давай, иди сбегай пока. Быстрее. Я он, где? Он там где-то. Он да, пошел на ныряет. Под водой ныряешь, что ли, блядь? Да, он под дном может ходить. Не разворачивайся. О, идет на нас, все стоит. А где я не вижу? Вот видел? А, вот вижу. Стреляй. Есть. Тебе попадание. Надо было просто не рекать.
Ну все, тогда стоим. Бля, лишь бы не куснул. Его укусы пиздец. Чё там мне стрёмно вот здесь стоять? Такое чувство, что он сейчас запрыгнет. Да не, он сейчас сдохнет. Какая-то мерзость к нам подплывает. Ты тоже стрелял, давай, да? Добивай. Ну, нет, я выстрелил. Тоже, да не, надо, чтобы ты его добил, кто остался-то. Ну ладно. Непонятно, с какого этого он умрёт сейчас. Уходит, да? Давай, в спину ему, в спину. Стоять, сука, стоять. Сейчас вернётся. И тогда тебе тоже надо будет пострелять. Ну да. Разворачивается, нет, не разворачивается. Пока стоит. Или плывет, пойми. А уже совсем не съебался. А стоп, где-то вот идет. Принял его. То ли идет, то ли стоит, не понятно. Я вот хребет этого чувака вижу и все. Но он же не агрессивный. Че он к нам приплыл? Он агрессивный или ты в него попал просто? Нет, не стрелял я по нему. Так, раптор к нам. О, раптор идет. Блять, он на этого согрелся. Да. Да завали. Того, что нас бьет. Нахера он бьет, бьет. Да он. О, он замедлил. Отлично. Вот это помощь. Шикарно. Дали? Далее. Теперь этого валим. Вот это охота, вот это я понимаю. Чё этот-то, блядь, выпендривается здесь? Оперативный. Ага. Забирай сейчас там с него что-то. Ягоды, короче. Нормально. Ягоды, блядь, я не могу. Так, что ты качал? Вес надо обязательно. Я стойкость до 50 качнул. Еще до 50? 220. Да. И выносливость 200. Я 60-й. Через 2 уровня сможем притомить аргента. Да, отлично. Так, холодильник. Моторную лодку нам пока не надо. Я даже не знаю, что значит. Да, глаза разбегаются теперь. Ну да. О, ветряк. Фонарный стол. Глина, все дела. Мечи, кусты. Маскировочные штаны. Ой, прикольно. Ладно, изучу что-нибудь потом. Так, так, ну вот такая нет, вот охота. Ты собрал с мяса? Да, прикинь. Пираньи и раптора сожрали. Вот. Бля. А ты что с него, кстати, выпал-то? Что-нибудь толковое? Этот. Зеленый топор выпал. Топорик. Ну и кожа стала выпадать. И меня начали атаковать, и я смотрел. Вот такая вот охота, друзья. Ну что ж, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями обязательно. Всем удачи, всем пока.